Дамы и господа, началась война. Записать со звуком не получилось. Поверх опять записываю. Взял свое синее моно, разбавил его ригардом. Потому что, ну, там два невкачанные четверки, это две невкачанные четверки, это вообще беда. Тут ригард тоже невкачанный, но хоть подхил какой-то. Вот так вот мы сразу с трех камней вынесли левый фланг. Брешь организовалась. Да и вообще оборона тут с тремя красными была построена. Это подарок для синего моноцвета. Зарядил я Соню, но тут камешки опять кончились. Если Барян поставит контратаку, то тут не выжить будет. И Ригард, в принципе, включился тут. Думаю, потихоньку буду жить. Еще фиолу собирать. Пока подхиливаться потихоньку. Хорошо Ригард поддержку организовал. Да, в принципе, тут из бьющих-то как бы только Джун в углу. Самый страшный. Ну и сила команды взял поменьше, потому что, ну, третий раз подряд синий моноцвет, если залить, ну, это совсем беда. Ну, вот все-таки зарядили мы обоих. 600 броню срезал. Ну, с Соней мы контратаку снимаем. И дальше по центру работаем. Ну, так вы совсем слабый. Че он тут 160 он бьет? Так, ерунда. Погладить. Дальше вкачать, как уже говорил. Перчаток нет. Так вот все герои висят на третьей лычке. Приходится чем есть играть. Джун, кого Джун заберет? В деда пульнул. Дед крепкий. Под 1000 брони у него примерно, 900 с лишним. Клык активировался. Живем. Ригардом снимаем грязь. Режем броню, атаку. И потихоньку забираем. Вот так Соня 600 даже почти дала. Ну, тут камни докидываем. Град стрел еще. Ну, давай. Вот, зарядились. Еще стрелы приняли. Броню ты все, добили. 137 очков. Противник 3800 моноцвет собрал против 4200. Ригарда взял без костюма, потому что тут массовики есть, как у Русена, Анзох. Думаю, будут лупить, об контратаку отлетать. Ну, повезло, сразу камни дали. Вот кристалл я сразу соорудил фиолетовый. Вот так, да. И все камни разобщены, тут без вариантов, пришлось сразу взрывать его. О, поляна как пошла, сразу двоих снесло с половиной. Не напрягаясь, короче, получилось тут. Ригард, конечно, в костюме атаку апает там, повеселее урон. Ну и так, в принципе, квинт недокачанный. Отдавать камзол ему нет, тоже дилемма. Так, я не знаю, есть в принципе. Но на следующего фиолетового полгода копить придется год. Знаю, подумать надо. Ну и Урсена, что она? Тут контратаки отлетит, нет? Смотрим, даже хириться не стал. Девяносто урона меньше, если 50% Русена совсем никакая. Третий бой. Нашел соперника. Два синих. 4300. У меня 3800. Ну, крепкий зеленый тапок. Если камни есть, в принципе, тут подхил хороший. Дамаг хороший. Сразу зеленые по центру стоят на смерти.
Ну, решил, думаю, прокину, чтобы всех не заряжать, немного позаряжаться об него. Как зовут? Эгир, вспомнил. Ну вот, почти зарядился, пора сносить. Ушел. И тоже, короче, все зарядились тут. Вторая поляна золотая какая-то получилась. Ну что, мы тут дружком броню режем? Дружком прорезали, пробуем Кингстоном в 800. Атаку апать только некому. Так, это может щитманы повешать. Она его и вешает. Поэтому не так все просто. С одной зарядки двух забрали и хватит. Нужно снова заряжать. Марьяна уворачивается. Справа-то как его зовут, тоже забыл. Поднимает шанс. Что там, атаки? Тут что-то я в раздумьях, короче. Надо бы, наверное, Ариэль заряжать, да диспелить ее. Нет, решил. Чтоб удар был не такой больный от красного. Броню поставить. Вот 704 вдало. Не пережили бы, мне кажется, мы этого. Ну, в общем, Ариэль броню срезали, и Кингстон, наверное, забирает. Да, 840. Марьяна уворачивается, поэтому обходим ее стороночки пока. Вот так вот. Говорю, обходим, и ударил. Ищем еще камни. Думаю, ульту переживем мы ее. Прямо в них решил камни собирать. Оп, дружок тоже крепкий. Брони как у пятерки. На эмблемах. Ну, зарядились. Хватит, нет им этого. Гензель попал даже дружку. Ну, а был сначала, конечно. Дружок попал по 160. Ну, урон, конечно, никакой. Добили. Еще одна победа. 150 очков. Следующий тапок. Теллурия по центру. 4000, думаю. Ну, красный моноцвет сюда зайдет. Красные не все вкачанные получаются. Поэтому решил не вкачать. Ну, эти-то все, а не вкачанный Колин был. Думаю, заменю его на бубного капитана. Шапочки, если что, сбивать, думаю, с Теллурии. Вот смотрим, что из этого получилось. Поляна, как обычно, короче. На зеленый центр красных камней никогда не насобираешь. Здесь Теллурия уже с фиксом, по-моему. У нее уже шапочки не 13% здоровья, а 9% от ее здоровья. Поэтому шапочки сносить легче. Но камней, короче, не густо, не пришло. Желтые скинули. Не появилось. Ну и играл, конечно, я тут с просонью в 5 утра. Мне кажется, тут накрутил я что-то. Крутил, вертел. Но тут вот решил уже синего зарядить, раз красные не собираются, скучно. Капитана. Вот красный я здесь, наверное, прокинул все-таки в нее, чтобы какой-то урон хоть посмотреть наносит. Половину. Вот урон она никакой, конечно, наносит по 60. Ну и бубновый капитан. Хоп-хоп-хоп-хоп. 240, 200. Короче, по 200 урон нанес. Неплохо так. И Ригр зарядился. Ко мне вроде пришло, будь здоров. Но ничего не зарядилось у нас с этого. Тут получается от Теллурии больше проблемы. Не от того, что она подхиливается или миньонов ставит, а то, что она ману мне заблочила, и никто не зарядился. И все, и камни опять все разобща стоят, опять ни на что не хватает.
И она в итоге опять миньонов ставит. Короче, беда, я не знаю. Возьмешь эту Тулурию, вроде, думаешь, сейчас я тут помогу своей гильдии. И вот она, пожалуйста, получи. Распишись. Вот по одному заряди. Почему не зарядился? Где я тут просмотрел, не знаю. Его все равно затюкали. Соколы. В общем, красные есть, а соединить их нереально. Вот решил массовый сброс сделать. Думаю, фиолетовые вышвырну все. Комбо соберется, снесет, а тут контратаку поставили. Вот тебе, пожалуйста, миллион камней, но контратака тебя ждет. И Ригард еще подхилил. Это великая фиаско получилась. Можно было хоть какой-то урон нанести, но тут... Трое тыкают, поэтому решил я тут харакири сделать. Отлетели. Вот так. Двадцать одно очко. Но тут решил добивать. 3300 осталось, а там на поле все остальные под 4000. Думаю, ну ладно, попробую добить, в принципе. Хил какой-то есть, ребята тоже все фуловые. Ну, почти. Вот такую поляну мне на это все дали. Фиолетовые, желтые, все есть камни, какие надо. Красных. И красных дали, которых не было в предыдущем бою. Все здесь, держите, получите. Вот так вот, Елена тем временем почти заряжена. Медленная, может, надо было прокинуть. И когда-то успели деда у меня, вроде никто не ультовал. А дед уже, короче, на последнем издыхании. Как так произошло, я даже не понял. И сейчас опять просмотрел. Не дали мне деда мультануть. В общем, вот тут я желтый перетерпел явно. Словил все по нолям. Вот так вот. Ну, решил тут немного убавить. Думаю, хоть одного забрать. Даже его не забрали. Так бы желтый кинул в Ригарда, он бы, наверное, помер. Но пришлось забирать Грима. Ну, фиолетовый мы зарядили. А бить никого толком. Подхила нету. Камней желтых нету. Все, короче. Дотюкали. Вот так вот опять стылурия противника. Человек и рад. Ну и последняя команда уже 3000 совсем сила. Че тут думать? Время 5 утра, стоят на поле зверя 4000. На работу бежать. Взял добивать. Опять красная поляна, держи, родной. В этот раз, ладно, хоть двух красных взял. Сразу все это дело бахнул тут. Желтый немного по Ригарду прошлись. Ну да, забираем. Желтый заряжаем. Да, давай Елену. Клыка можно было прожать, не знаю, что тут не прожал. Больнее было бы. В принципе-то. Стрелы то, что. Чем больше здоровья, тем сильнее бьют. Так, подхилились, живем. Но мне кажется, он бы с одного удара нас все равно убил, мне кажется, Леонидас-то. Агнес, давай. Оп, 400. Пойдет для тройки. Так, набрал. Ну и результат войны. Поражение у нас. Лучший игрок, союзник. Суровый.
Даже я на первом месте в своей гильдии опять получился. Вот, на 1000 они нас обошли. Ну, я так думаю, слабая оборона у нас может, ребят. Если вы видео посмотрите. Вот я тут посмотрел, сколько раз меня пробили. Раз, два, три, с третьей попытки убили. Дальше не били, не били. Где тут еще? Вот опять с первой попытки не убили, со второй убили. Более-менее оборона. По два тапка хотя бы тратили. Роберт, Роберт, как много вошло в него. Так, вот тут 7 очков совсем мало. Потом еще два раза. И потом в конце добили. Ну, вот так. Тут вроде мы рядом с ними, но в конце многовато. Ну вот, все.